Алтес-лагерь, 3 января 2020 года, КПП войсковой части 47-280. Зимняя пора, сегодня выпал снег, вот мы его сейчас видим, новогодняя елка, которая простояла без снега. Новый год был без снега, а сегодня, вот 3 января, снег выпал. Довольно обильный. Целый день он шел с переменным успехом. Вот елочка. Живая елка, которую мы уже снимали здесь. В канун Нового года, в канун Рождества, но она была без снега. Это уже вечер. Времени начала 5-го. 16 часов, да, с чем-то. Вот видно, что это снежок. Немножко он опоздал. Снег. Не на Новый год выпал, но небольшое опоздание. 3-е сегодня. Где машина идет, это от переезда ЖД, там Каштанин аллея. Вправо на Троебрицын. Вот сколько тут сантиметров, наверное, 15 слой снега. Как тут показать? Ну вот, например, мой ботинок. Вот ботинок. Надеюсь, видно. Сейчас 0 градусов, если не плюс 1. Снег, наверное, не будет долго лежать. Тротуары чищены. Он не успевает постоянно чистить. Вот видно, что тут пошла техника. Дороги почти что почищены. Отель не работает по причине пандемии коронавируса. Каштанин аллея, машина идет, моргает. Что это? У нее специальный какой-то транспорт. Посмотрели, имеем представление, что зима здесь тоже настоящая. В этих краях здесь было КПП войсковой части 47-280. В этом здании один из офисов, точнее не один из офисов, а офис одной из электрокомпаний, электроснабжающий. Отель не работает. Посмотрим. Это подсветка небольшая. Ну, есть, вон видно, что она подсвечивается. Здание. А тут техника прошла. Где-то здесь розы были. Ну, они есть, но сейчас под снегом не видно. Вот тут они где-то. А вот видно столик и какой слой снега. Каштанин аллея. Здесь был Гаштет у Марты и прямо на Ютербок. Улица Троебрицынштрассе. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Алтес-лагерь.
23 января 2021 года.